Смышленый поросенок попал под прицел видеокамеры в Переславском районе. На видео семья кабанов пришла на подкормочную площадку национального парка Плещеево озеро, где находится скрытая камера для наблюдения за животными. Семейство активно питается, один малыш даже забрался в корыто. Неожиданно кабаниха подает сигнал об опасности, и все разбегаются. На этих кадрах видно, что малыш застрял и в качестве маскировки притворился мертвым. Только после очередного сигнала матери вскочил на ноги и убежал. Это видео сейчас принимает участие в первом национальном конкурсе «Фотоловушка-2015» в номинации «Самый неожиданный сюжет». Победители определяют голосование на сайте фотоловушка2015.рф. А дать свой голос за переславцев можно до 25 декабря.